Плиту, которая древнее Херсонеса, обнаружили сотрудники музея-заповедника в разграбленном кургане в черте Севастополя. По предварительной оценке, надгробию почти 5000 лет. Его уже перевезли в Херсонес для изучения. В числе первых редкую находку увидела наш корреспондент Оксана Колесникова. Голова, да, у нее есть два глаза, ну, можно представить, плечи, вот. Именно полностью такими делали вот во всех культурах на протяжении тысячелетий. Да. Анна Намойлик и Максим Тюрин – сотрудники научного отдела хоры Херсонеса. До сих пор не могут поверить, что поисковой экспедиции музея удалось найти такой редкий артефакт. Ученые предполагают, что плиту установили представители раннего этапа ямной культурно-исторической общности еще в 3000 году до нашей эры. Поселение этой культуры плохо фиксируется археологически, и каждая находка имеет очень большое значение. У этих людей не было письменности, мы не знаем, на каком языке они говорили, и поэтому вот такие находки для нас очень важны. Высота чуть больше метра, ширина 70 сантиметров, поверхность поросла мхом, но ученые уверены, плита рукотворная. Это антропоморфное надгробие, памятник, который своим очертанием напоминает тело человека. И действительно, вот она голова, вот они плечи. Возраст этой плиты примерно 5000 лет. И ее главная ценность в том, что она гораздо старше всего, что обычно находится в нашем регионе. Даже для греков, основавших Херсонес, эта плита уже была древностью. 5000 лет назад современная цивилизация только зарождалась. Находка действительно уникальная, говорят ученые. Плиту нашли в районе Микензиевых гор. Сначала увидели большой двухметровый курган. Его заметил Максим Тюрин. К разочарованию экспедиции погребение было разграблено мародерами. Судя по почве, не больше 2 лет назад. Очень жаль, что памятник был фактически изъят из контекста грабителями. Потому что теперь мы уже не узнаем, в каком виде он был установлен на курган. Не просто было и перевести находку в музей. Сначала ждали разрешительные документы из Министерства культуры. Да и сам артефакт весит около 200 килограммов. С большим трудом его смогли поднять 8 сотрудников музея. В Крыму находили плиты, отдаленно напоминающие эту. Но в Севастополе археологи подобных еще не встречали. Я, конечно, очень удивился, увидев эту стелу здесь, прямо на территории города. Не будем говорить точное месторасположение, но это район Микензиевых гор. Вот там много подобных курганов, вот, и они еще ждут своих исследователей. В ближайшее время находка попадет в руки к реставраторам, а после станет одним из экспонатов выставки, посвященной догреческому населению Крыма. Она откроется в Херсонесе-Таврическом в сентябре. Оксана Колесникова, Сергей Буторин, Анастасия Пипенко. Вести, Севастополь.